У нас осталось совсем немного времени. Спасибо большое, Вардан, спасибо. Прости, но правда, времени совсем мало осталось. Я очень рад этому. На самом деле я хочу сказать, что те, кто дожидаются финала, обычно получают в подарок самое вкусное и сладкое. Да. Нет, нет, Ксения, сегодня гитарист тебе не достанется. Торт не дадут, торта нету. Хотя, поди знай, у нас гитаристов-то... Итак, на сцену... Да, кстати говоря, Кириллу Гудскову в финале можно отдохнуть. Сегодня редкий случай. Да, редкий случай. На сцену повторно сегодня выходит Антон Родин. Бас-гитары, прошу. С губными гармониками выходит на сцену Рубен Товкарян. С гитарой, простите, даже с бородой и в шапке, выходит Юрий Коверков. Вот так вот. Да, он, да. Кстати говоря, пока он готовится к выступлению, я попробую вас растрясти все-таки. Ну, в прямом смысле, в смысле денежном, да.